А чё, пишем что ли? Чё ж ты не сказал, блядь? Передаем прогноз погоды. Жарко настолько, что даже обычный сыр теперь плавленый. Хаято! Хаято! Ответь на телефон! Почему Роман Донской в моем доме? Хаято, ты чё там, заснул что ли, пиздюк тупой? Телефон сам на себя не ответит! Мой казахстанский сервиз! Тебе что, так безразлично, родная мать? Никакой помощи от вас не дождешься. Даже на телефон ответить не можешь. И на дачу со мной не ездишь. В старости стакан воды не подашь. Давайте не будем ссориться. Я думаю, это ни к чему. Я отвечу. Я слушаю. Роман Донской, пожалуйста, можно мне рекламу? Нет, я не Роман Донской. Номером ошиблись. Меня вообще-то Стас зовут. Да кому ты пиздишь, уёбок? Не переживай насчет казахского сервиза, дорогая. Заечка, иди сюда. Знаешь, мне так понравились твои бочки. Хочешь, между ними будет моя котлета? Эй, он катит к моей маме? Ох, ну наконец-то съебался. Нет, вообще-то я еще здесь. Прогуляемся немножко, подписчик. Вообще в этом довольно много смысла. Ты вот мой подписчик, символ того, что меня смотрит в основном юное поколение, по крайней мере согласно стереотипам. Не обижайся, мой сладенький, ты мог подумать, что это такая шутка, типа я мамку твою ебал, но на самом деле это Team Fortress 2 референс. Ты скаут, а я шпион. Ну и да, я ебал твою мамку. Вообще, без базара. Но ведь без Б не в смысле без базара, а в смысле без баб. Ну что, повелся? Думал, что я и правда предам свои принципы ради неких вумен. Ни за что. Хотя булочки у нее и правда пышные, такие аппетитные, поднимают мне настроение, ну еще камера поднялась. Мне ее номер дал Эмеральд, который сделал каменщика. Она испекла ему хлеб! Ну а я люблю котлеты. Ты ведь задонатишь мне на них, правда? Многие говорят, что я ебанулся и охуел. Я тоже так говорю. Где только такие полупидоры рождаются, блять, сука? Я его захуярю. Хотя нет, зачем? Я ему могу задонатить и дальше по сюжету его захуярит Джотера. Или Джоски, я хуй знает.